Всем привет, дорогие друзья, и с вами снова Крейн, и мы продолжаем проходить Dying Light 2. В прошлой серии мы остановились в какой-то больнице, в госпитале, чтобы найти маркер, чтобы в дальнейшем нас пустили в госпиталь. Ой, тьфу, блять, в госпиталь, извиняюсь, в рыбный глаз, короче. Какой-то бар, чтобы найти там чувачка. Ну, и прежде чем мы начнем, подпишитесь на канал, поставьте лайк. Так, и все, и мы погнали, короче. Я не могу понять, почему с графикой какие-то странные вещи, на самом деле, она какая-то смазанная, что ли. Четкости нету, короче. Мыла много. Кристалл так сияет аж. Ну, в принципе, так-то нормально, но в городе графоний какой-то мазанный прям. Вот эти пиписьки спят, блядь. Вон они, суки. Еще будет максимально стелс режим. Блядь, я путаю кнопки. О, аспирин. Что бы это ни значило, какая-то таблетка для крафта. А, я походу после перезагрузки графон стал реально чётче. Ну ладно. Спящие красавицы. Ага. Нужно пройти мимо них. Если пригнешься и пойдешь медленно, они тебя не заметят. Если пойдешь. Подойдешь близко, и тебе конец. Наверняка знаешь. Да, знаю. Хуя я не знаю, блять, алё, нахуй. Откуда мне это знать, блядь? Моя жопа чует, что все выйдет из-под контроля. И начнется апокалипсис, нахуй. Обычно фильмы, любые фильмы заканчиваются вот этими прохождениями. А если фонарик включу? Ух ты, блядь. А куда мне идти-то, я не понял. Блять. Ну-ка. Ну я вам, я смотрю, вам похеру на цвет. Я что-то упадет, вот, блядь, что за полоски у них там. Поле бита есть, блядь, придется разматываться. Ну, типа, отсюда не варик, да? Блядь. Ну ладно, погнали. Я жопу чую, сейчас что-то ёбнется. Ей, блядь, тебе удобно так спать, братишка? Обычно это после клуба так, знаете, утром. Ой, блядь, иди нахуй. После клуба такое бывает. В сортире. Эй. Не у меня, конечно, я так просто предположил. Что это? Химикаты. Мерзкая штука. Когда вирус вышел из-под контроля, ВГМ начала поливать город этим дерьмом. Круто помогло, да? Угу. Я смотрю, тебе вообще поебать, да? Что за хуйня летает? Вот эта хуйня ёбнется рано или поздно. Мне кажется, она ёбнется. Давай, ты спрыгнешь, потом я пойду. Нет.
Так. Пигменты, окей. А что, ты так спишь, что ли? Блять, не шуми на. Слушай, ты мне говорил об этом, как его там, Вальц? Да. Почему ты его вспомнил? Потому что я помню, как он проводил какие-то эксперименты. Не только он их проводил. Было несколько таких городов, как Велидор, полностью отрезанных от остального мира. Многие работали над вакциной, Эйден. Но в мире слишком много мудаков. Я все жду, кто из шкафчика какая-нибудь херня выпрыгнет. Нахуй этот пигмент нужен. Что там за дверь? Блять, я хотел залутать вначале. Унесла. Осторожно, он шатается. Ебать, чуваки отбитые. Так прыгнул еще. Да не буду я прыгать, мне надо бутать еще кофейную, блядь. Кофейную надо бутать, стой. Пизда, блядь. Еще полетит, нахуй. Быстрей. Быстрей. Да быстрей. Ну беги вперед. Ну, ну да, надо же, блядь. Уйди, я прыгну. И врезка вниз. Пизда. Все, блядь. Соображалка вас тут, господа. Ты живой? Вроде да. Можешь забраться? Конечно, секунду. Че еще дальше упадет? У нас нет времени. Эти пиздокрылые проснутся. Ты чё такой, блядь, слабенький? Постой, у меня идея. Помнишь коктейль, которым я тебя угостил? В мастерской. А? Ингибиторы. Точно. Ты упал на первый этаж. Там внизу есть склад ВГМ. Ищи бело-зеленые ящики. Там должны быть ингибиторы. Примешь еще одну дозу, силы вернутся. А, понятно. Я думал, это чисто, ну, чисто как для миссии, короче, хуй-то. Прыгай ты, блядь, сюда, ёб. Она, кажется, не только для миссии, она, типа, ну, для всего, походу. А у нас гости. Летун. Я знаю. Видел ублюдков. Пошел нахуй отсюда. Он сейчас вылезет. Пытаюсь его обойти, блядь. Ну да, пиздеть не мешки ворочат. Здесь миссии реально такие. Ну, я вообще не любитель таких игр, где, блядь. А руку просунуть нельзя? Как в фильмах. Летун, блять. Он что, летает? Да пролазит ее.
Так. Туманчик. О, ну здесь есть кофейня, блядь. Ну там вроде ловить нехуй. А, дверь. Подожди, эта хуйня сюда ушла, а я что-то не могу залезть. В образе человека, да? Силуэт человек, смотрите. А куда мне идти-то, ёб твою мать? Он долбоёб, что там ломает, бегает. Да, блядь. Съедим все мороженое, что от нас прячут. Я боюсь, Мия. И я тоже. И я младше. Не трусь, Эйди. Вдруг доктор увидит нас. Не увидит. И вообще, пусть сначала нас поймает. Идем. Не отставай. Ой, а ты, блядь, Геркулес, нахуй. А что, так можно было, что ли? Вот это актуально. Не трусь, иди. Двери закрываем. Кто это говорит? Ты, блядь, руками не можешь открыть, тебе надо пнуть, да, блядь? Ой. Ингибиторы, блядь. Я бы те ящики залутал, но что-то я думаю, кусок тряпки не стоит моей жизни, блядь. Вот это тоже можно залутать, он же закрытый. Все, залутаем вначале, а потом... Оба. Ингибитор – единственный способ повысить выносливость и здоровье. Также они позволяют получить доступ к некоторым из ваших навыков. И каждое улучшение необходимо 3 ингибитора. Если вы их найдете, перейдите в меню навыки и усильте свои характеристики. Ингибитор можно найти в ящиках ВГМ, которые спрятаны в изоляторах ВГМ и ВГМ аномалиях. Также ящики с ингибитором можно найти, тщательно расследуя местность. Ну, то есть мне выбора нету, опять же. Ну, тебе позволяет дольше оставаться в темноте? Хуеси. Ты что, монстр уже говорит?
Вот это приземление с перекатом не надо, потому что я столько раз ломался нахуй. Поэтому. В чем дело? Вколол ингибитор. Прекрасно. Возвращайся к лифту. Я. Пиздец, веревку бы скинулся. Начнется. Может, старой дорогой пойдем, блять, она безопаснее. Эй, Хакон. Паркун, блять. Хакон. Я нашел маркеры. Пизда слабая. Ты мне, блядь, поможешь? Нет, пизда. Почему я не могу залезть туда? Чё я делаю не так? Так, может, я зря отключил эту кнопку, блядь, чтобы он сам залазил? Где-то здесь, да, судя по всему? Ой, блядь, наконец-то. Тут, наверное, пока паркур не прокачаешь, так и будешь как кусок говнеца бегать. Лутаемся, лутаемся. Антибиотики, во. Гульден. Давай поторопимся, Эйден. Ты пропадал. Как ты себя чувствуешь? Зараженным, но бодрым. А, это здорово. Я сожалею. Об этом. От имени всех шлюх, бандитов и придурков нарекаю тебя гражданином Велидора. Блять, что? Ты сейчас превратишься. Быстрее, на свет. Беги. Да, блядь, где тут выход-то, ёб твою мать, пошёл нахуй. Не, ребят, я чё-то вообще... Куда десяти, алё? Ладно, сейчас сдохну и пройду дальше. Блять, все прыгать надо. Вообще, я еще не прыгаю в этой игре и не замечаю просто. Ну, сука. Только давайте не с входа. А, ну ладно. Ты пропадала. Как ты себя чувствуешь? Зараженным, но бодрым. А, это здорово. Я сожалею. Об этом. От имени всех шлюх, бандитов и придурков нарекаю тебя гражданином Велидора. Блять, что? Ты сейчас превратишься. Быстрее, на свет. Беги. Здорово, дресня, блять. Пошел. Я же говорил, что это очень шустрые твари. По яйцам.
Давай поговорим, сука. Элитон, блядь. Пронесла. Что бы ты без меня делал, Пилигрим? Я не хотел быть Пилигримом. Просто так вышло. Я бродил по свету по другой причине. Я искал сестру. А что потом? Потом? Что будешь делать, когда найдешь сестру? Но мир-то не изменится, по идее, конечно, то же самое будет. Пока не знаю. Я еще не думал. Странно. Еще будет время, когда я найду ее. Когда найдешь ее. Ну, а у меня есть конкретный план. Ты похож на человека с конкретным планом. Я бы хотел жить у океана. Наверное, там бы все было проще. Всегда хотел научиться серфингу. Ты что, нашел кучу старых открыток? Не смейся над моими мечтами. Знаю одно, из города нужно выбираться. Он меня убивает. Прямо изнутри. Ты поможешь мне? До океана отсюда не близко. Мы оба зараженные, и люди не хотят жить рядом с пилигримами. Нахер людей, я тебе помогу с ними. А ты поможешь мне выжить в пути? Ты знаешь дороги, умеешь выживать в пустошах. Что скажешь? Мы прикроем друг друга. Как тебе план? Ну, в принципе, чувак-то хороший. Ну, блядь. Давай. Ладно, так и поступим. Поможем ему. Друзья нужны в этом суровом мире. Ты не пожалеешь, Эйден, обещаю. Насчет твоей цели. Вот как обстоят дела. После убийства командира миротворцев они перекрыли дорогу в центр. Пытаются помешать сбежать убийце. Чтобы попасть в рыбий глаз, надо их перехитрить. Но я знаю, когда они меняют часовых, это наш шанс. Нужно собрать вещи для перехода. Я прикину наши шансы. А пока осмотрись. Передохни. Пойдем, покажу кое-что. Давай. Надеюсь, это не что-то такое. О, грибочек синий сразу его заметил. Забрал. А может туда опять зайти? Нет? Пиздец. Можно было бы, вот это было бы весело. Так, больше ничего нету, да? О! Кого будем собирать все? Больше ничего нету, окей. Короче, на простых зомбарей не действует, получается, да? Фиолет, ну, солнце. Блять. Ладно, потом туда вернемся. Блять, деревья растут, охереть. На днем, да, как-то я чувствую себя более спокойнее, блядь. Что там такое? Травка растет. Травку мы собираем. Так. Это что за место? Ну, по текстуре домов нормально, а вот деревья какие-то смазаны все, блядь. Держи, тебе пригодится. Осмотри город, старый Велидор. Здесь много интересных мест. Бинокль на какую кнопку? Б. Подожди. Б или В?
А, ну V это движение, по идее, не. Нажмите B, внимательно за рамкой центра экрана, чем ближе место, которое можно выбросить, чем она меньше. А. О, нихуя себе. Видишь церковь? Это там за нами гнались крикуны. Самый центр района. Можешь фотографировать. А, это твой бинокль. Тут ты нахуй фотографировать собрался. Идиот. Чпулька нахуй. Ладно. А вот церковь. Ага. В городе есть доски с объявлениями о пропавших людях. Одна из них рядом с церковью. Может, ты найдешь там что-нибудь о своей сестре? А если нет, просто радуйся жизни. Конец света ведь уже наступил. Разве может быть хуже? Я свяжусь с тобой, когда все улажу. Нажми 7, чтобы открыть карту. Я не понял, как двигать, блядь. А, тьфу ты, ёп. Вам доступно управление масштабом карты. Открытая смысл посмотреть задачу. Ну, я понял. Два города, да? Но здесь, типа, место что-то дохери еще. Вот какие-то поселения. Типа, может, и откроется потом. Вот еще что-то они... Новообретенные утраченные земли. Территория ренегатов. Окей. Вы на них. Ничейная земля. Территория выживших. Территория миротворцев. Бульвар Гаррисона. Даунтон. Территория миротворцев. Ничейная земля. И территория выживших. А типа у выживших уже... А у них что там, типа... Чем они отличают от обычных людей? Странно, кстати. Это херня туда. Так, что это такое? Хочу просто пройти, посмотреть, что тут. Добро пожаловать в Виллердор. Виллердор, да. Теперь вам доступен весь Виллердор. Ваша первая цель — добраться до штаба выживших. Базара. Ну, понятно, я туда маркер поставил, в принципе. Там вы сможете найти торговца, место отдыха и свой тайник. Используйте бинокль и следующую карту, чтобы обнаружить интересные места, например, ветряки, которые дают доступ к безопасным зонам. В городе полно мест, и они ждут, пока вы их откроете. Исследуя мир, не забывайте о компасе. На нем отображаются события. Они дают вам возможность помочь некоторым жителям Виллендора, чтобы в обмен на очки опыта различные... Блядь, не так прочитал. Они дают вам возможность некоторым жителям Виллендора в обмен на очки опыта различные награды. Блядь. Вот опять так прочитал. Или не так написано. Блять, куда полез? Где хуй ланы? Бандиты нахуй. Так, ну, давайте сходим на базар. Блять! На землю! Пизда, рыбий глаз. От меня
Вот тебе. На землю. Блять. Ну, куда еще, блядь? Да-да, убивай зомби. Да вы, блядь, зомби будьте пить. А, меня все будут бить, что ли? Во, во, давай-давай. Это что за флеш? За пидор ответишь? Чего, блять? Я не могу скрафтить их. Нюхай. Ой, собаки. Сучья тварь. Случайно рандомно пизанулся, вот трусы. И все пошло по пизде. Башка чья-то. Но мне нравится, это не... Так, обутываемся. Чё, блядь, ты ебался от двери, сука? Давай. Прыгай. Тебе пиздец. Да я в курсе. Давай-давай. Ёбать вас там. Чё, бля, кидаешься, сука? Ебань тебя. На нахуй. Давай-давай. Прыгай. Подавись, мамка, ага. Да, блядь. На землю. Вот это физика прыжка. Всё. Где ты там орёшь-то? А где их не пушки? Почему тут ничего не подсвечивается, блядь? Я вообще не врубаю, что как нужно выглядит еще. Кого там откуда вытащить? Братишка, ты где? Yeah!
Да заебал ты орать нахуй, ты видишь, что я делаю? Ебантей, блядь. Помоги! Я не хочу умереть так! Помоги мне, незнакомец! Пожалуйста! Пизда, блядь. Не могу поверить, что я там чуть не умер. Спасибо, дружище. Ой, усилитель иммунитета. Орёт, блядь, как будто не знает, что случилось, нахуй. Ну, если что, если ты живой, живи все. Так, это сейчас на мне, да? Что на вот. А, то есть, вот это ноги. Вот сейчас. Нет, ничего. Сейчас их надел. Угу. Антисептические бинты, необычные наручи. Наручи для медик-класса, специально на боевом паркуре и лечении. Хуя себе, блядь. Это что делает? Я как им... А, это хилка просто. Вот ты, блядь. Я думал, какое-то приспособление какое-то. Так, куда нам надо? Надо наверх, блядь, 100 пудов. Ладно, он хоть лазит, блядь, а то бы без сознания бы падало все. Так, мы на крыше, мы в опасной зоне, окей. Ёпта. А, там говорят безопасная зона, там можно как-то спрыгнуть. Темное пространство и заброшенные магазины, места, в которых можно найти ценную добычу. Днем в них полно зараженных, поэтому разумнее исследовать их ночью. В заброшенных магазинах можно найти редкие компоненты, которые можно использовать в создании медикации и других предметов. Темное пространство лучший источник ценностей, денег старого мира. Вы скатились, чтобы хотите разбогатеть. Понятно. Короче, блядь, такая же логика. Идти ночью, блядь, когда на улице полно тварей. Потому что днем их еще больше. Это пиздец. Вот эти плакаты, люди в масках, меня... настораживают, кстати. Так. Надо дойти, по идее, до туда. Он не переломает все кости. До мельницы добежать, что ли? Или отсюда до мельницы добежать? Не, он не допрыгнет. Интересно, что творится в Централ-Луп, когда миротворцы закрыли туда путь. Ходят слухи, что ренегаты собираются напасть. Эйден... будь другом, залезь туда. Нам очень нужен рабочий ветряк. Чё, блядь? Ты меня не знаешь. Откуда ты меня знаешь? А ты знал, что тот город неподалеку в 1772 году сгорел дотла? Его построили заново. А толку? Знавал одну пожилую пару. Карл и Элли. Они раньше жили над антикварным магазином под кофе. Им было лет по 80. Но они страшно друг друга любили. Интересно, что с ними теперь? Пиздец. Большую дезактивность такие, нахуй. Обосраться просто. Так, надо ветряк активировать. Каким-то образом, блядь. Там будем прыгать. А! Так, сюда, сюда. О. Нихуя.
Я не понял, как туда залезть. Ой, если ты прыгаешь, блядь. Когда не надо, когда надо. Ну-ка. У меня руки вспотели от таких прыжков. Потому что управление здесь как-то нажимается у меня неправильно, что ли. Охренеть просто. А что он сделал? Вытащил что-то, потыркал и все. Ой, есть себе поселение. Сооружение фракции. Активируя ветряк, создайте вокруг него безопасные зоны и место для отдыха, защищенное у светом. Активированный ветряк сокращает находящие поблизости бесхозные сооружения, сооружения фракции. В этих зданиях появляются торговцы, также будут предлагаться новые задания, испытания и дополнительные источники света по ночам. Природа сооружений фракции зависит от того, кто контролирует район. Если вы еще этого не сделали, вы должны передать объект миротворцам или выжившим. От этого зависит, какие люди на задании там появятся. Но миротворцы это, по идее, бандиты, блядь. Типа, я еще с лором не особо знаком. Но выжившие это обычные чуваки. Пить-то как хочется. Так, иди попей, ёпт. Приветики. И чё тебе, блядь? Волонтер, что ли? А как сюда спрыгнуть? Блять. Прикольно. Ночнушка. Трубы, ножки, всякая хуйня. Ага, подожди, ну сейчас, блять. Чувак, видела, как ты лез на ту штуку? Впечатляет. Да? Спасибо. Ходит легенда, что ночные бегуны построили эти ветряки. По-любому я стану ночным. В наши дни больше людей сами накладывают на себя руки, чем умирают от вируса. Может, им не хватает какой-то цели. А цель... Ее тут так просто не найдешь. Бля, как эти здания еще не рассыпались? Я хуею. Так, я хочу... Чё, блядь? Мне один хер туда надо. По крышам. Давайте попробуем. Бинты лучника? А-а-а. Нога оторвана, блядь. Так, что это за сет? Бинты лучника. Сейчас позырим. Коллекции, навыки, вещи. Вещи. Ну, так-то лучше, чем ничего, верно? А, вот же. Лимит, класс, баркур и лечение. Скорость восстановления здоровья плюс 2%. Ну, хуйня, сет нужен. На руканке для бойца класс специализирован на владение дальнобойной скрытности. Расход выносливости минус 3%, урон стрелкового оружия. Блять, ну эти профитнее, кстати, намного.
Бля, ну капля, конечно, прикольная. Блин, вот 4К было бы вообще, наверное, охерительно. И монитор был побольше бы. Я смогу с копьем залезть? Ты его не выкинешь? Нет. О, я нашел баг. По идее, копье же должно... Типа это... Исчезнуть. Ой, я вернулся к этому, к этой хате. Я же дверь закрывал, когда уходил. Что за херня? Что, погнали? Так, нам куда надо? Нам... Церковь надо? Ебать, тут жопа творится. Ой, я, блядь, бегун. О! Я хочу перекат. Не теряйте скорость при падении, сократите получаемый урон от него. Нажмите C за секунду до приземления. Пиздец. Если у вас закончится навык, вы сможете потянуться за уступ последний раз. Также сможете хвататься за уступ, падая с большой высоты. Ну, блядь. Мне кажется, этот сейчас намного лучше. Намного чаще будет мне пригождаться. Сейчас я, кстати, изменю настройки его. Точно, точно. Пригнуться. Странно, но почему-то... Понял. Наверное. Так он не видит, да? Вот так видит. Вот так неудобно. Ладно, хер с ним, оставим на С. Потом перебиндить надо будет. Я хочу на мышке, чтобы хоп, и все. Так, мне туда. Да, блядь. Больше ждать, как вкусно пахнет. Ну да. Если я правильно помню, бабушка добавляла пару лепестков ромашки. Вот, блядь, тут с ромашкой. Это будет очень вкусно. Но с ромашкой все тут мешает, походу, блядь. Помню, как мы готовили вместе с бабулей. Да. Кнопки... У меня почему-то кнопки не с первого раза прожимаются. Вот, не знаю почему. Какая-то задержка, блядь. Это что такое? Не, станция хуй пойду. Салям. От них пар хуярит, как будто они там. Не нравится мне эта погода. Почему? Давайте хоть проверим копье, блять. Ну да, конечно, сейчас никого не найдешь, нахуй. Супер, блядь. Иди сюда. Блядь, человек, ёпта. Пиздец, чё человек не захуярил. Да похуй, люди всегда чем-то недовольны. Мы живы, остальное... Ну,
Люди, да. Апокалипсис строили, блядь. Кончи, сука. Блядь, куда компьютер улетел? Алло. Или она типа одноразовая? Не, ну там в чуваке же она была воткнута прям. Эй, пизду. Так и не проверил я. Смотрите, как он прыгает. Обычный прыжок, да? И усиленный. Охуели, да? А, крыша. Похоронили. Ну, это благое дело. Так, пизда, блядь, бородатая, которая меня не пускала. Сюда, нахуй. И так спокойно открыл, да? Пиздец. А ты, блядь? Здорово. Мы чуть не сдохли, блядь, пока нам открывали там. Так, пойдем мы по квестам. Короче. Ну что, туз какая-то. Нихуя себе, блядь. Эй, смотри, куда прешь. Что за день? У меня ни за что не получится. 5 лет учебы и все хочешь легких денег. В этот раз я все сделаю верно. Очень легких. Альберт, убедись, что я достоин. Как тебя зовут? Вашка. Карт вчера болтал об ограничениях. Я раньше тебя здесь не видел. Ты об этом что-нибудь слышал? Ладно. Так что это за работа? Я вербовщик, Васко. Отправлю тебя к своим партнерам. Они все расскажут. Главное, не болтай. Ладно? Подойди, я не кусаюсь. Эй, это же Пилигрим. Ну, торговцы могут привезти новое оружие, компоненты и другие товары, а также продать собранные вами ценности и ненужные вещи. Также они предлагают мощное оружие. Так что наведайтесь к ним время от времени. На торговцев можно на всех основных штабах, также объектах поселения, находящихся под управлением одной из фракций. Окей. Тут прочность охуительная, блядь. Ну тут и они стоят, ёпта. По 500 с чем? А что такое? Прикольная хуйня, да? Хилка 400, блядь. Я себе. 61. Я... О. Бля, может в натуре лучше сет-танк одеть, нахуй. Ну типа, там уж не прогадаешь, блядь. Защитные очки, уникальный головной убор для танка. Голос физиозный, владение двуручным оружием и защите. О, блядь, наперлся нахуй. Медбрата, блядь. Фиолетовый. Вот кроссовок у него вообще нету. Почему пушки стоят просто копейки, блядь? А тут же какая-то хуйня была. Бросился, зачем привлечь? Это за все 20 или за одно? О! Смерть вручную людей, знание производства мощных земель, судей, драгоценные руководства и инструкция важнейшая. А я же не могу использовать, нет? Погоди-ка. Если не могу использовать, то я ее продам. А, ну ее можно только выбросить. Понятно. Блять, потом окажется то, что ее можно было использовать нахуй, и как обычно, и потом хер найдешь. Сигареты тоже нахуй. За каждую! Рис. Ну что такое? Мыло? Анестезия это все, что...
Две сотки стоит, блядь. Сколько у него было? 900, вау. Так, что мы можем купить? Блядь, да. Класс специализированный, владение ручное оружие. Ну, типа, блядь, сейчас не имеет смысла брать ее вообще. Ну, типа, надо сет уже целиком собирать. Потому что, ну, типа, что мне с одних очков? Тем более фиолетовых. Тут надо что-то другое искать такое. Любящий мне сейчас больше нравится, кстати. Блять, прочитал бухгалтер, написано Булатор, ёп. Ну, короче, пока ничего такого прям необходимого я не вижу. Конвейерный кастет. Восстановление выносливости после быстрой атаки плюс 7. 547 стоит. А я могу же его улучшать, нет? Что за сигнал бедствия сейчас? Так, ребятки, я хочу понять, можно ли... Тьфу, блядь, хуйню какую-то, короче, нажал. Так, выбросить, изменить, изменить, что изменить? Могу улучшить, да? Ну я же не могу, да, никак? Улучшить его. Ну, в смысле, починить. Или могу, или не могу, или могу. Обменять, выбросить. Обменять, выбросить. Ладно, пока ничего брать, покупать не будем. Пусть как я. Жили на юго-востоке подковы. Кажется, на Марк-стрит 188. В общем, у них не квартира, а храм любви какой-то. Ты бы видел. У мастеров вы можете покупать и улучшать чертежи. Улучшение чертежи позволит вам создать более мощные предметы. Ага. Чтобы улучшить чертеж, принесите все необходимые предметы мастеру и обменять их на улучшение чертежа. Предметы, необходимые для улучшения чертежей, можно бороться с особых зараженных. Чаще всего они встречаются ночью на карте зараженных, отмеченных знаком черепа и какой-то хуйни. О, блять! Ну что, одноразовый, что ли? Типа 8 секунд и все, да? Пиздец. Огненные стрелы, нахуй. А, тьфу ты, блядь. Ну, вот это прикольно. Ну, типа, вот ночью, блядь, может, такой момент будет, и такой, бах, открыл я. Жёг всех, нахуй. Ламе. Необычная модификация древка. Отравление, блядь. Ну, кстати... это для людей хорошо. Мне кажется... на этих он не будет действовать. Ну, типа... 10, да? 40, то есть 40 урон наносит, когда поджигает. А здесь длительность 10 секунд и 6, 60. Вероятность, конечно, крохотная. Утяжеляет ваше оружие, увеличивая его урон. Уровень улучшения, плюс 4 к урону. Мне, короче, ничего брать не будем пока. А, улучшить можно так. Необычный трофей зараженного. 5, есть 3. Угу. Вот это, кстати, надо улучшать. Хилочки-то по-любому. Но они в первую очередь придется улучшать. Ладно, мы тут потом будем разбираться, потому что... Пошел нахуй. Эй, это же пилигрим. Да ты чем банчишь? Не признал меня? У тебя аллергия на деньги? Короче, слушай. Мы можем подзаработать, ты и я. Нужно только принести мне свеклу, редис, пастернак. Вот он. Хватай его, Эд. Он убийца. Что? Джулиан, Люк отравился. Водой, которую ты продал. Что? Но я не продаю воду. Лжец. Люк сказал, что взял ее у тебя. От того, что в этой воде он сейчас бредит. Значит, он обвинил меня, когда был в бреду? Ну нет, мне кажется, вот этот чувак, он...
не убийца. По-любому. Потому что он чисто такой, знаете... бизнес, короче, поц. Ну, чисто такой. Любит деньги. Ну, по нему видно, он такой, типа... Заработай там что-то нам, принеси там, короче, сбегай там, принеси что-нибудь там быстренько, давай. Намути там, короче, там, редиски, свеклы там, пастернака, короче. Вот такой он. Постой минуту. Есть улики? Конечно. Вода была в бутылке. Люк принес эту воду в одной из твоих бутылок. Когда я расскажу об этом Карлу, тебя повесят! Бэбин, постой, клянусь, я даже не торгую водой! Если лжешь, Джулиан, ты покойник! Чё, тебе редиску принести, но? Проклятые миротворцы заблокировали путь к Централу. Послушай, если ты не торгуешь водой, то откуда у него одна из твоих бутылок? Зная Люка, этот дебил наверняка ее где-то украл. Это в его духе. Даже если так, моя вода чиста, как горная роса. Значит, ты, сука, торгуешь? Уверен? Как ты ее хранишь? Она в бутылках. И она никак не могла оказаться зараженной? Не, у Марка, моего поставщика, чистейшая вода. А может, это месть? За что? Меня все любят, я в жизни мухи не обидел. Секунду, подожди-ка. Черт, это мог быть Марка. Да. Вот сволочь. Если задуматься, он давно точит на меня зуб. Это было давно, забей. Слушай, он живет на крыше бывшего ямайского ресторана. К западу от Велидора на Хаунфилд-Лейн. Я отдал ему за воду несколько кило своей лучшей муки. Есть. Докажешь, что он воду отравил, половина муки твоя. Подсобишь мне? Это можно проверить. Вот еще что. Неловко просить, но... У Ганса тоже может быть бутылка такой воды. Я думал, ты ее не продаешь. Так и есть, но... Ганс исключение. Можешь его предупредить? Он тоже живет на Хаунфилд-Лейн. Только чуть дальше. Как-то все это очень подозрительно. Надеюсь, ты говоришь правду. Иначе мне будет трудно тебе помочь. Я бы сказал бы, да, ебать, я чё, на... Дай мне пару яиц. Десяток. Белок. Так, нажми, чтобы отстрелить. Ну, блять, пошли, хули. А, надо познакомиться. Чё... Эй, Грим, как там Новый Париж? Охуеть. У меня там кузен. Мы знакомы? Хочешь, познакомимся, я не против. Так. Здорово, дядя. Парни сказал, что если мы потеряем... О. Эй, висельник, шея не болит? Сучка. Очень смешно. Я тебе кое-что скажу. На твоем месте я бы хотел, чтобы меня прикончили. Или лучше иметь на своей совести бессмысленные смерти? Я бы предпочел, чтобы не вешали невинных. Но ведь все закончилось хорошо, Пилигрим. Ты никого не убил, и ты на воле. Двойная победа. Кто такой Барни? Здесь все знают Барни. Я не знаю. Расскажи. Лучше вообще забудь о Барни. Он не любит любознательных. Узнает, что ты его разыскиваешь, сильно разозлится. Зачем тебе неприятности? Теперь я точно хочу узнать больше. Хорошо. Он младший брат Софи. Поговаривают, что он безумен. Но на нем держится весь базар. Барни боятся, даже миротворцы. Свяжешься с ним, тебе пиздец. Понятно. Медвежонок Барни. Номат 81. Байкер, сука. Охуеть. Я все сделаю верно. Альберто. Ладно, хуй. Эй! Пилигрим, это тебя хотели повесить? Нет, не меня. Тебе дико повезло. Мне б твою удачу. Я ученик Альберто. Но, верно, ненадолго. Я уже третий раз пытаюсь выполнить задание. Провалюсь, мастер Альберто меня выгонит. Ну, теперь понятно. Откуда он знает, что он ремесленник? Что, а, потому что ключ мастер? У него. Точно. Разводной. Ты же не местный. Мастера — это газовый. Те, кто изобретают новые технологии, конструкции... Разные устройства, полезные в бою. А Альберто здесь главный мастер. И, как уже сказал, я его ученик. Люди смеются, мол, он глупый и не умеет складно говорить, но он настоящий гений. Что за задание? Я должен спроектировать что-то полезное.
Я уже придумал очки для подводного чтения и выдвижной поводок для собак. Но его постоянно клинит. К тому же здесь нет собак. Все мои идеи никудышные. Это мой последний шанс показать, чего я стою. Потому я провел последние недели, бродя по базару и размышляя. И тут меня вдруг озарило. Козы! Они сидят в клетках, потому что уничтожают посевы. Но из-за клеток козы грустят и дают меньше молока. И мне пришла в голову идея ограды, на которую будет подаваться напряжение. Так козы будут сидеть в вольере и давать больше молока. Я назвал это электропастухом. Лол. Но козы будут испытывать стресс и давать кислое молоко. Правда? Стресс у коз? А у тебя не было бы? Ударь тебя кто-то током и возьми за вымя. О, нет. Напряжение будет низкое. Оно их лишь пощекочет. Сейчас, блядь, пойдем за генератором, который в самой залупе, блядь, в черной, где там 50 миллионов всяких тварей, и чтобы он, блядь, сделал эту хуйню для коз. Электропастуха. Да. Так в чем же тогда дело с твоим изобретением? Мне не хватает пары деталей. Их тяжело достать. Боюсь не успеть вовремя. Ты не поможешь? Если согласишься, я подарю одно из своих крутецких изобретений. Оно не связано с козами? Не, кое-что поинтереснее. Вот увидишь. Нужны кое-какие электрические детали. Разберу их на резисторы и прочие штуки. Насколько я знаю, они есть в двух местах. Одно из них – магазин хостоваров Fitz William Place у водонапорной башни. Альберта говорит, что они там есть. Но это темная зона. Там полно превращенных. Лучше идти ночью. А второй вариант? Остатки патрульных машин. Есть место к югу от Хорсшу, недалеко от старой электроподстанции. По окрестностям бродят бандиты. Они могли все растащить. Тогда тебе придется искать другие места. Или выйти ночью в магазин. Бля, я продал, да? Все-таки удача тебе улыбнулась. У меня есть нужные детали. Не шутишь? Фантастика! Да мне тебя небеса послали! Держи. Блять. Я лишнего продал. Как благодарить тебя? Наверное. И еще кое-что. Поможешь мне с показом? Моя установка находится у главного входа. Включи ее, а я схожу за Альберто. Скоро он все увидит. Встретимся у клеток, рядом со стеной. Ну, пошли. Если вода закончится, нам всем пиздец. И гражданским, и миротворцам. Включите устройство Карлоса, ну пойдем. Может, что-нибудь даст полезно. Так. Сара Мич. Смотришь на мертвецов? Абрахам. Они пропали без вести. Какая разница? Никого ведь не нашли. А, тут я чувака видел. Прошло 15 лет. Тогда пропало много людей. Мой сосед потерял двоих детей. Но жизнь продолжается. Кроме того, никто не посмел снять эти фотографии. Но это безнадежно. Как ни стало ночных бегунов, никого больше не находят. А ты слышал о детях, на которых проводила опыты ВГМ? А на ком их не проводили? На детях, на стариках, на слепых, на глухих. Все хотели получить вакцину. Некоторые ради денег. Остальные, чтобы обмануть судьбу и не заразиться. Для Велидора это была сделка с дьяволом. Запертые в чумном городе, но получившие шанс дать лекарство всему миру. Но вирус победил. И исследования в конце концов прикрыли. А дети? Официально никто не проводил на них опыты. Права человека и прочее дерьмо. А неофициально? А неофициально? Скорее всего, часть детей вывезли из города.
Что касается остальных, они просто разбежались по городу. Тех, кого не поймали зараженные, убил голод. Или тьма. Эти ночные бегуны. Расскажи о них. Что тут рассказывать? Они почти все мертвы. А раньше только они не боялись выходить по ночам. Они спасали тех, кто не смог найти убежище. Но из всего отряда выжили лишь некоторые, включая Фрэнка, их бывшего командира. Когда-то он был великим человеком, а теперь напивается до чертиков в своем заведении в Central Loop. Трудно сказать, сколько он еще протянет. Когда все это случилось? Очень давно. Судя по твоему виду, ты сам тогда был ребенком. Однажды я наткнулся на двух детей. Девочек лет по пять. И выглядели они так, будто не ели целый месяц. Как их звали? Не помню. Я бросил им немного хлеба и убежал. Они тряслись так, будто собирались превратиться. Красные глаза, вздутые вены. Не знаю, что им там давали эти психопаты из ВГМ. Да. Где сейчас все эти дети? Спустя столько лет, большинство из них, вероятно, уже мертвы. И если кому-то повезло, и они все еще живы, вероятно, они в Central Loop. Там больше миротворцев. Легче выжить. Кто-то же должен знать больше. А зачем? Это уже прошлое, и нет смысла его ворошить. У всех хватает своих проблем, Пилигрим. Каждый сражается сам за себя. Я все твержу, что зима близко. Зима близко, брат. Точно. Король Севера. Мне дали наводку. Это чувака я видел, кстати. Там, где бухали, они сидели. Где умерли все, отравились. Вот, вот он. Или похож очень. И вот он. Так нарисовали. Дети ищут, походу. Да. Ну, пойдем. Сгорит что-нибудь. Ну, где козы, кстати? Где этот, блядь, пиздюк? Познакомиться с жителем базара. Где? Мне нужно найти этот. Нет, не сюжетка. А, это выполнены. Вот, искра открытия. Карлос собирается сказать его. Да я из любопытного, да. Как? Все в порядке? Сжег нахуй, да. Нет, она сгорела. Коза сгорела. Какой же я идиот. Что случилось? Я неправильно рассчитал напряжение. Вот бестолочь. Прости, не знаю, как я мог так ошибиться. Зря только время тратим. Почему? Я так не думаю. Это очень... очень большой, огромный... Это ты про потенциал? Потенциал, да.
Это может стать эффективным оружием. Я тоже подумал. Оружием? Это готовая формула. Если просто применить ее к оружию, это может повысить наши шансы против зараженных. Храбрая коза рассталась с жизнью ради науки. И пир для всех. А ты... И я беру тебя в... И посвящаю тебя в... Мастера? Правда? Божечки, спасибо! Спасибо вам! Мы поговорим позже. Пойдем, Винченцо. Я так тебе благодарен. Вот, возьми. Нужно будет поднять напряжение. Загляни ко мне в мастерскую. Конечно, спасибо. Береги себя, ладно? Конечно, дружище. Коза умерла ради науки. Унификация для оружия. Чтобы снять унификацию для оружия, необходимо чертеж компонента тысячи оружия. Количество ячеек для унификации можно узнать, выбрав значок оружия. У лучшего оружия три ячейки. Рукоять, древко и навершие. Разные модификации помещаются в разные ячейки. А теперь нажмите А, чтобы открыть инвентарь и выбрать подходящее оружие. Нажмите А. Вот, блядь, нахуй. Самопрокачанная пушка. Ну, а бит, конечно. Бит он двуручный, в принципе. Здесь, блядь, у меня везде они покоцанные, блядь. Тут вообще не варик, короче, что делать. Прочность 75, прочность 76. Дробящая. Одноручный. Одноручная дубинка. Может дубинку прокачать? О! Блять. Так, и какую-нибудь пиздюлушку. Да блять. О! О! Так, изменить. Искра. Вы там, блядь, урон по людям плюс 7 накладывается, шок практически при критических попаданиях. Она выглядит... Что это там, пушка? Так, это проверили, блядь. Ох ты, сука. У тебя загорится тут все нахуй. Так, познакомьтесь с жителями базара. Да неужели? Искусственный традиционный предмет, окей. Пилигрим, как там новый Париж? Держится? Держится. Не задерживайся допоздна. Ты мне сказал, ты меня ждешь, что ли? Вода закончится, нам всем пиздец. И гражданским, и мировым. Оба. Кассета. Ме. Так, это... Прикольненько. Так, ну, наверное, надо закончить. Оружие достать нельзя, да? Если у тебя дырявая обувь, это еще не значит, что ты бедный. А вот когда тебе не на кого опереться, вот тут дела твои и впрямь плохи. Ну да, прикольно. Так, ребятки, на этом фоне мы заканчиваем. Ждите следующую серию. Я ее выпущу завтра, обязательно. Псс, эй ты. Иди ты нахер. Продаешь воду? Да мне записать, блядь. Полкристалла за галлон, задаешься вопросом, а где же все пистолеты? Армия изъяла их, когда в марте 2024-го... Все, блядь. Короче, ребят. Всем до следующей встречи, всем до завтра, всем пока. А вы не забудьте поставить лайк, подписаться на мой канал и всего хорошего всем. Всем удачи. Так, все. Все.